Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Ford Focus. Работы немного, мне надо поменять бампер, фару, выставить зазоры, отремонтировать немного капот вот загнутый и крылышко дутое вот. Разбираю. Итак, разобрал. Внутренних повреждений нету, только битые пластмассы. Ремонт начинаю с капота. Капот сделан, теперь ремонт крыла. Выставлю зазор и подровняю его. Ну что, крыло я закончил, теперь устанавливаю фару, бампер и остальные части переда. Вся работа заняла 7 часов. На этом работа моя закончена. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!